Гомельский державный молодежный театр стал лауреатом международного фестиваля русских драматичных театров «Суайчинники». Мероприемство проходило у Саранску. На фестивале были представлены театральные коллективы из 6 краин. Подробнее у нашем сюжете. Молодежный театр стал одним творчим коллективом Беларуси, який представил нашу краину на фестивале. На престижном театральном форуме замежный глядач убачил спектакль «Червоная каска». Актерский состав достатково молодым. 5 юных актеров смогли завоевать публику и сердце жюри. Лейтмотив гомельского спектакля «Не расходуйте на детей гроши, расходуйте на их час». Спектакль «Красная каска» – социальная сказка для тех, кто вырос и кто еще растет. На самом деле выбор тематики, он был уникальный. И даже члены экспертного совета отметили, что эта тема очень важная. Этот сегмент, так скажем, зрительский, он тоже как раз-таки нуждается в том, чтобы понять, как взрослеть, как адаптироваться к взрослой жизни, как выстраивать отношения с родителями. Каролина уже третий год служит у театра. У свои 23 года играет главные роли у спектаклях. Хоть и батьки продракали ее стать перекладчиком, але девчина не отмовилась от мары и с самого детства была на сцене. По специальности зараз актриса драматичного театра. Это работа мечты, это любимая работа. Вот даже когда ты болеешь, ты идешь на нее все равно. Мне всегда больше тянуло в театр, потому что кино – это немножко что-то более искусственное. То есть там есть у тебя дубли, у тебя есть время на подумать. А здесь ты от начала до конца ты существуешь, ты проживаешь, ты живешь. Для меня это больше ценно. Гомельские актеры смогли цалком окунуться у атмосферу фестивалю, а чуть город и театр. Яны наведали спектакли артистов из Армении и Паўднёвай Осетии. Атрымалася так само поделиться опытом с коллегами. В Саранске у нас даже наметились предварительные договоры. Вот именно наша подростковая, так скажем, тематика спектакля, она вызвала интерес у организаторов другого фестиваля. Быть лауреатом международного фестиваля «Суайчинники» вельми ганарова. Гастрольно-фестивальную деятельность актеры гомельской молодежки будут подтримливать и далее для поширения своей творчей просторы. Хотим еще все встретиться, такой вот дружной компанией, приехать опять в Саранск, потому что Саранск принял просто замечательно. Вот, мы, конечно, не все смогли посетить вместе с другими коллективами. Мы посещали отдельно какие-то выставки, какие-то музеи. Зараз трупа рыхтуется до премьеры спектакля «Анджелы Нанетти. Мой дядуля был вишней». Ганна Кустачева, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».